Всем привет, друзья! Приветствую на своем канале, я Дов. Сегодня мне принесли Galaxy Mega, такой вот огромный смартфон с 6-дюймовым дисплеем. Вот, сегодня будем менять дисплейный модуль. Я уже разобрал телефон, все как обычно. Задняя крышка, стандартные винты самсунговские. Подключил новый дисплей. Все работает. Включаю дисплей. Как вы уже догадались, будем менять сегодня дисплейный модуль. Заказал такой вот дисплейный модуль. Цена его 65 евро. К моему удивлению, я думал, будет стоить намного дороже. Вот сверху пластик, сзади дисплей, тачскрин через шлейф соединяется к разъему дисплея. Вот. Ничего особенного. Единственное то, что он большой. Так, все то же самое, как и на Galaxy 4, Galaxy 3, ну и многих других моделях. Итак, включаем фен. Модель Samsung Galaxy Mega GT-E9205. Включаю фен, выставляю 280 градусов на термофене. Разогреваем поверхность. Срезаем сверху. Здесь уже у нас есть отверстие, чтобы подлезть. Итак, снимаем сбоку. Поле. Снимаем сбоку. Так аккуратно снимаю сломанный дисплейный модуль, потому что дисплей целый. Вот. Это значит, что мы сможем заменить на нем стекло. Не советую выкидывать. Вот. И вообще, если вам попадаются такие дисплейные модуля с целым дисплеем, старайтесь снять его целым, потому что потом можно всегда заказать стекло, заменить его. Если не сможете заменить, то всегда можно продать. У нас данный дисплейный модуль с целым дисплеем стоит порядка 30 евро. На Samsung и 5-10 евро на iPhone 4, 4S, 5. И на 6 у нас можно продать сломанный тачскрин, дисплейный модуль со сломанным стеклом за 30 евро. Вот у нас покупают их. Поэтому всегда старайтесь соединить дисплей в целом. Прогреем с этой стороны. Так, здесь у нас находится тач, разъем тачскрина и разъем дисплея. Аккуратно с ним не повредить.
несложно снимается, благо посередине он не проклеен, как на пятом Galaxy. Дисплеем приклеен к корпусу еще и в середине, что намного усложняет съем дисплейного модуля. Греем снизу. Слишком сильно тоже не нагревайте, потому что дисплей можно повредить. От перегрева он желтеет, сгорает матрица. И потом эти желтые пятна, они ничем не выводятся, не восстанавливаются. Поэтому температура должна быть номинальной. 270, 250, 280. В зависимости от толщины стекла. Итак, сняли дисплей. Придется его потом проклеить. Вот. Вот этот снятый дисплей, о котором я вам говорил, дисплейный модуль точнее. Все это потом снимается. Вот. Соединяется тачскрин. Тачскрин, естественно, уже не восстановить, поэтому при отсоединении тачскрина от дисплея тачскрин выкидывается, а дисплей оставляете себе. Вот видите. Порядок снятия стекла. Это как-нибудь снимем видео, посмотрим в следующем видео, постараюсь снять. Итак, здесь у нас внизу находится шлейф кнопки Home, кнопка. Что мы здесь имеем? Мы имеем поверхность, которую нужно очистить. Удаляем весь старый скотч. Здесь у нас вот обломана рамка на углу. Ну, в общем-то, все просто. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас проклеим дисплейный модуль. Снимаем печать. Снимаем печать, проклеиваем дисплейный модуль. Миллиметровым скотчем 3М. Процедура занимает 10-15 минут, ничего сложного. Много раз я это показывал в предыдущих видео, поэтому сейчас поставлю на паузу и после проклейки продолжим снимать. Единственное, отмечу, что проклеивать будем и дисплейный модуль по периметру, и рамку. Итак, продолжаем. Периметр проклеен полностью. Снимаем бумажки, скотча. Очень часто задают вопрос в комментариях, где вы берете этот скотч. По-моему, нет ничего проще найти его. Какой-то AliExpress или eBay. Вот название скотча 3M300LSE. И выбирайте там любого размера, любой нарезки. Мы заказываем такой, потому что, видите, да, он миллиметровый. Если вам необходимо проклеить очень тонкую часть, то вот снимайте миллиметр, там чуть потолще, можете снять 3-4 миллиметра. Этим скотч очень удобный, достаточно крепкий. Вот, хорошо держит, даже при нагреве телефона на солнце ничего не плывет, ничего не ползет. Итак, проклеили дисплей, проклеили рамку полностью, соединяем между собой, вставляем разъем дисплейного модуля сначала и потом аккуратно опускаем на свое место. Вот, скотч. Застегиваем, ставим рамку
Достаточно простая замена. Максимум 20 минут, и новый дисплейный модуль готов. Ставим батарею, включаем смартфон, закручиваем все винты. Включили телефон, винты все одинаковые, еще раз повторюсь. Итак, все, что я хотел показать, показал. Телефон загружается. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Только что мы поменяли дисплейный модуль на Samsung Galaxy Mega GT9205 с 6-дюймовым дисплеем. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. До свидания.